Здравствуйте, меня зовут Федорова Виолетта, я живу и работаю в Санкт-Петербурге, являюсь нутрициологом, я преподаю рациональное питание, фитотерапию в институте, ну и являюсь специалистом традиционной восточной медицины. Всегда знала, что организм нужно очищать каким-то образом, использовала в свое время различные методики, очень популярные в 90-х годах, и может быть, вы слышали, это методика Семенова, и голодание, и сухое голодание. Ну, различные, с помощью определенных сорбентов и очистительной программы в различных оздоровительных центрах. Ну, в общем, старалась всегда свой организм поддерживать в порядке, потому что знала, что любое очищение приводит к хорошему иммунитету. Но потом, скажем, узнавая этот, интересуюсь этим вопросом более глубоко, меня заинтересовало, какие же подходы, в общем-то, более распространены в китайской медицине. И выяснилось, что нужно сначала проводить очищение кишечника, проводить антипаразитарную программу, потом восстанавливать микрофлору кишечника, очищать кровь и лимфу, очищать печень, и только потом восстанавливать печень, чистить желчный пузырь. И вот такое поэтапное очищение меня больше заинтересовало, потому что я в это, ну, как-то поняла, что подход более научный, что это классика, в общем-то, современной натуропатии. И такую программу мне подобрали в компании Сантебре. И вот я стала использовать препараты. На первом этапе для очищения кишечника и антипаразитарной программы я принимала препарат Fortify и Sunny Chai. Это два препарата, которые хорошо очищают, улучшают перистальтику. Клетчатка Fortify благотворно влияет и является питанием для микроорганизмов, тоже улучшает перистальтику. Вот. Также я добавила к этим двум препаратам антипаразитарную программу. Ну, мне очень понравился комплекс, где много-много трав, это Элмиган. И что интересно, что прошла хорошая очистка, он не только очищает от паразитов, но он еще меняет вкус. То есть, если вы привыкли к пище более, скажем так, насыщенной углеводами, то после применения Омегана вас тянет уже на траву. На втором этапе я восстанавливала микрофлору, и мне понравился препарат пробиотик комплекс, потому что там не только бактерии бифидум два вида, и не только бактерии ацидофильной группы три вида, но там еще содержится и растворимая клетчатка, которую они едят, и таким образом лучше приживаются. Вот. Ну и также я применяла интересный препарат, называется Red Clover. Red Clover – это средство, очищающее кровь, лимфу и печень. Вот. Великолепно провела курс, и только после очищения печени и лимфосистемы, уже на третьем этапе, это был третий месяц, я восстанавливала печень препаратом, который называется Liver Pro. Мне он понравился, потому что его рекомендовали в брошюре главный гастроэнтеролог России, профессор Ивашкин. Вот он рекомендовал для дополнения к лечению гепатита С. Растительный препарат прекрасно работает для печени. И вот какие результаты? У меня улучшилось состояние кожи, белки глаз стали более яркими, белыми. Вот после очистки, ну, соответственно, я снизила вес. Вот, достаточно хорошо снизила вес, очень довольна этим. Вот. Ну и, соответственно, когда вы проводите очищение, то начинаете светиться как бы изнутри. Вот. Так что я советую вам более грамотно подойти к этому вопросу. Будет, во-первых, более безопасно, а во-вторых, это будет более правильно, и вы получите очень хороший результат.